Всем привет, ребят. У нас сегодня на распаковочке APC Surge Arrest PM1WB RS. Моделька называется, короче, предохраняет от перепада напряжения вашу, спасает технику. Купил я первую такую, есть пару моделей, начнем с этой. Короче, сейчас скроем, потом посмотрим, как она вообще там выглядит. Вот такая. Ну, конечно, пластик все тут дешевый. Мне не понравился. Блин, а что такого хренового качества-то? Короче, вот такая вот штука. Выглядит, вставляете в розетку, после нее там в удлинители. Ну, короче, эта штука спасает от перепада напряжения. Рассчитана на, ну, одна розетка, стабилизатор напряжения, предохранительный затвор, защиты от детей. Но это вот внутри. Это у них на каждой модели такая штука есть. Вот видите, там такая вот защита. Есть индикатор. Собственно, вот так вот выглядит бедончина. Но пластик хреновый какой-то, мне не понравился. Так. Импульсные помехи. Такие как молнии и скачки напряжения способны вывести из строя незащищенное оборудование. Этот вот фильтр, вот этот PM1WB, постоянно защищает домашнюю и офисную электронику от угроз, связанных с проблемой электросети. Все-таки штука эта хоть и не дешевая, но нужная, мне кажется. Взял я попробовать, но были бонусы. Вот я их потратил на эту штукенцию. Стоит примерно от 1000 до 1500 рублей. Есть в белом и черном цвете. Такая вот штукенция. Ну, давайте вставим. Правда, я фильтр вставлю, не в розетку. И вот он. Горит. Защита работает. Вот такая штука. Ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока.